Ну что, здорово всем! Продолжается обкатка Гладиатор 9.9.15. 5 часов накатал в начале мая. Блин, погоды не было вообще. Сейчас вот плюс 5, это еще нормально. Так все 0, минус 1. Спускаемся на реку. Вон, лодка сзади на прицепе. Так, ну что, завелся? Раза с третьего, с четвертого, не знаю где так. В общем, легко завелся. Блин, одному, конечно, хлопотно спускаться. Тут еще мель, блин, пришлось цепь веревкой удлинять, чтобы лодка отъехала, потом уже это самое подтягиваться. Он встал здесь пока возле понтончика. Машины перевозят или мотики, что тут, мужики. Покурить, постоять, пусть погреется немножко. Все, одеваем жилеты. Короче, бензину десятку долью, где-то литров 12 там. Сегодня уже будем гонять, немножко разгоняться. Скачал спидометр для тех, кого интересует более точное там время, не время, сколько там, короче, и время есть, сколько работы, и километраж, и все-все-все, и средний, и общий, как бы и настоящий. Вот, буду скрины скидывать, потому что сегодня без режиссера, блин, хрен знает, придется один гаджет только с собой взял, вот, придется скрины, ну, буду вставлять, посмотрите, кому интересно. Вон там кто-то тонет, чайка, что ли, да, блин, чайки плавать же умеют, какая-то птица. Или кто там плывет, хрен знает. Сейчас доедем, посмотрим. А, это чайка рыбу жрет. Вот скотина, а. Видно, не видно. Не, не получится. В общем, греемся. И включаем счетчик моточасов. Ну, спидометр. По времени, сколько он будет работать. Работает пока нормально. Блин, масло, двойная доза, брызжет, блин, он здесь. Блин, работает вообще так тихо. Охлаждение в норме. Цепил немножко, блин, надо цепь какую-то подобрать сюда, чтобы карабин цеплять. Транец маленько усилил здесь, подварился. Покупал лодку лет 10 назад, наверное, еще за 5000. Транец дополнительный стоял, деревянный. Здесь деревянный тут выкинул. Ну, сам тут уголок наварил побольше. Усилился. На 9.8 доездил, вроде как нормально было. Этот мотор помощнее, хрену вот на это, не вырвало. Я думаю, пойдет. Так, ну что, уже потарахтел, наверное. Минут 15. Уже снесло, как от пирса. Погнали. Сейчас можно средний, наверное, дать сразу. Ты, блин. Звонюхи-то одному. Все, наглите. Даже, блин, треть газа, наверное, половины нету. Все, катаемся. Хоть ветра нету сегодня. 5 градусов. Выждал, наконец-то я, блин. Прохладывай, вернее, тепла немножко. То есть холодина, блин, 0 до минус 1, да. Поедем, покатаемся, сейчас покажу речку нашу, кому интересно. По заливу прокатимся. Раньше здесь плоты сплавляли, ну, здесь баржи выгружали, плоты поднимали, пучки, здоровые два крана стояли, эти журавли или аисты, как их называют. Полгаза, блин, да, круто. Ну что, катаемся, потом померим скорость, попробуем против течения, по течению, полгаза, полным газом, в одного, скрины буду делать. Лодок здесь было вообще, вот отсюда и до самого до ручья, где живет у меня теща, можно было по носам лодок пройти, вплотную стояли одна к одной. Сейчас ни хрена не осталось. Ладно, едем. Вот туда, если смотреть прямо, это как бы основное русло, когда таскали плоты,
речку там углубляли. Вон там чуть повыше сетевой водозабор. Потом обратно поедем, покажу. А сейчас мы поедем по заливу, который пытались перекрыть. Ну, там строили вначале дамбу, чтобы речка текла туда. Ну, то есть по левую сторону. Она все равно как-то природу уже прям обманет. Все равно залив здесь остался. Ну, глубже место. А теперь, когда плоты не таскают, речка там вообще отмелела. То есть, когда вода встает в свое русло, ну, падает. Там вообще даже малым газом страшно ехать. Посередине на мель можно сесть. Я раз с Аником Мика на моторе там залетел на мель, крышку чуть не задел. Вот сейчас едем по заливу, потом туда к дамбе подъедем, покажу еще дамбу. Пытались перекрыть, чтобы вода туда текла. Потому что здесь таскали плоты. Ну, более широкое место. Здесь более узкое, но зато глубокое. Все равно эту дамбу размыло. Там сейчас мелеет. Да, капец, вода поднялась, блин. Вообще, здесь пляж огромный. Баки где-то вот здесь стоит, где я сейчас еду. Вон куда поставить. Короче, сейчас посмотрел. Пол газа в одного против течения. Течение вообще просто бешеное. Где-то 30 копейками. Полный пока еще не буду давать. В конце уже часа 3-4 покатаемся, потом говорю полный пробовать. Сейчас, кстати, попробуем на течение. Ладно, потом. Не надо насиловать пока еще так, в щадящих режимах. Так, ничего, на холостых нормально работает. Я думал, свечи буду застираться. На малость-то. Ничего, вроде стабильно. Вождение есть. Блин, ну так вон полетело, капец. Поднялся. Вон еще одна летит. Отсюда взлетели. Все, на глист вылетел. Моментом прям. Блин, ну особо того-то, конечно, да. Классно. Даже перекрут уже идет, чувствуется, мы уже вообще легко. Подъезжаем к дамбе. Офигеть, кидает лодку, блин, в течение. Вон там взлетают тоже лодки. Полетел, он ставит. Остановился, отдохнуть немножко ему дать. Подъехал сюда к дамбе, тут наша местная достопримечательность. Построили там какие-то дядьки с большими кошельками. Отдыхать сюда иногда приезжают. Да, река, конечно, разлилась. Ну вот там самое широкое место. Вот здесь вот это место дамба. Вот, вот он остров. И сюда перекрывали. Пытались речку запустить в ту сторону. Потом туда подъедем. Покажу, объедем вокруг остров. Питьевой водозабор посмотрим. Вот. Подняться, покурить, пойти чуть-чуть. Лесенку тут такую сделали. Это когда? В том году или в позатом уже, не помню. В том году, по-моему, сделали. Это километра 4 от поселка. Вот такая вот беседочка. Столик. Блин, снег вообще непривычно даже в мае. Просто капец. Щелька такая. Очаг здесь. Вот сюда за грибами ходим. Белые иванчики. Соленых нету здесь. Чуть подальше сюда, там большой бор. Здесь небольшой бор. Красота. Ну, наша высигда красавица. Вот в этом месте примерно дамба была раньше. Камни, ну, каменистая, камнями отсыпали. Вот оно место самое широкое, наверное. Вот туда идет
уже другое русло, по которому раньше таскали плоты. Вот получается остров здесь. Мы его сейчас огибаем. Там дамба, залив. Мы едем уже по основному руслу. Ну, газа. Где-то около 30. Ладно, ветрюха такая. Там еще покажу, где-то не будет. Вот он. Охраняемая зона. Ну, вот там наш поселок виднеется. Здесь остров заканчивается. Вот речка сливается в одно. Ладно, катаемся сколько там? Ну, часа полтора, наверное, прокатался. Белочка. Что-то в зубах несет. Птицу, что ли, или что? Они же вроде не хищники. Прыгай в лодку. Вот это да, чудеса. Смотри, какие у нее уши. Где она? Уже ускакала. Ага. Эх, я нифига она скачет. Все. Что-то в зубах несет. Над речкой пофиг, не боится. Еще покатались немножко. Здесь водозабор у нас, место есть. С семьей отдыхать мы сюда ходим. Приедем, подъедем. Пускай отдохнет очередной раз. Здесь по лету вообще меляки такие. А вот по большой воде, пожалуйста. Подъехать можно. Пойдем сейчас поднимемся. Вот такие вот виды с нашего места. Когда-то смастерил скамейку здесь. Года два назад, наверное. Красота. Летом на машине приезжаем сюда. Костерчик жгем. Дровишки тут у нас. Ну, лодка где-то там стоит. Да, вода, конечно, вообще огромная. Здесь овраг. Тут утки живут по весне, по осени. Сейчас чайку попьем, перекусим. Сальца нарезал здесь немножко. Чай попьем. Дальше поедем кататься. Блин, снег вообще, май месяц, вообще ужас просто. Качели здесь такую смастерила я когда-то. Тоже давненько, уже года три назад. Оттуда приезжаем. Зимой не ходим сюда. Ну, если ходим, только очень редко. Через овраг. Такое вот местечко. Классно. Сейчас перекусим. Чаю попьем. И дальше. Катать. Гладиатор 9,9-15. Да, вот здесь вообще бакен стоит. Ну, просто не проехать, когда лето. Малым газом, если ближе к той стороне. Че, перекусываем и вперед. Так, ну че, перекусили? Упаковались, утеплились. Блин, солнышко вон проглядывается. Немножко. Постояли еще где-то полчасика. Пробуем заводить. Левой рукой-то я его навряд ли заведу. 9,8. Так, петровочка, попробуем. Сколько он, полчаса постоял? Смотри-ка, завел левой рукой. Дымит. Капец. И масло, пожалуйста. Задний попробуем. Блин, ну ты фигню-то не выключил.
Ладно, разбираемся. Погрелись. Поехали. Смотри-ка, погода настраивается, а? На этих выходных придется картошку сажать. Ну что, часа два, наверное, погоняли. Сейчас будем пробовать. Против течения. Сколько там, 30 с чем-то. Сейчас попробуем по течению. Самая большая скорость 41. 40 идет. 38 поймать не могу. 41 давал. Места классные. Ох ты, утки полетели. Вон там что-то плещется. Тоже утки, наверное. Да, дохрена их. Вон еще две полетели. Ладно, поедем. У них тут выводок, наверное. Вон летят. Thank you.
со снегом как-то непривычно в мае видеть. Как будто осенью. Красотища. Так немножко поддаю газку. Не полным газом. Выше среднего, потом скидываю. Пару раз давал полный. Вон утки летят, офигеть, обгоняют меня. Не знаю, попал в фокус, нет. Вон они, догоняем. Хрен ты их догонишь. Да, живности капец. Весна. Катаемся. Ну что, тормознулся еще разок. Очередной раз. Эх, блин, погодка только радует. Так, теперь давай посмотрим его без крышки. Сейчас заведем. Траночка. Блин, охладнее вообще. Сейчас Ванюха должен позвонить в школе, грызет гранит науки, учится, вдвоем уже будем помогать. Ну, не знаю, мужики, работает вроде гладиатор, хрен его знает. Короче, буду снимать все в дальнейшем. Всю его на историю, сколько там, год, может, два, пока мне не надоест. Пока 20-ку не надумаю покупать. Через люди говорят, бери 9.9 Pro. Пока вроде этим доволен. Там дальше видно будет. Теперь втроем едем. Завершающий маневр. Деда взяли прокатиться. Сколько там? 26 втроем. Потом остров обогнем, сколько по течению будет. Сейчас как выйдет на глист. Вообще на глист прям влетает. Да. Назад. Че, вокруг острова не поедем? Ну поехали назад. Yeah.
где-то литр остался. Сейчас будем подниматься. Теперь на ТО. Не знаю, может еще съездим потом. Закончены, бензину здесь осталось, ну, я не знаю сколько, может литр, полтора, вот так вот, за 5 часов газовали, не газовали, короче, все вы видели уже на видео, сколько максимальная скорость, 40, даже в троих что-то 40 мы давали, я не знаю, может у Ванюхи врет спидометр, если я в одного давал 41 по течению, хрен его знает, в принципе меня скорость устраивает, газовать у нас здесь по речке некуда, 30-ки вот так за глаза хватит, я имею в виду 30 км в час. Мотор везем на ТО, не знаю, но в планах, может, еще съездим с женой. Сегодня ездил, видел шиповник прошлогодний, моя, говорит, надо съездить за шиповником набрать, вот. Ну, а так, что еще скажу, мотор очень нравится, не тарахтит, не пердит, не чихает, ничего, все, ну, все классно, как бы, по разгону меня устраивает. В троих попробовали тоже, классно, но четвертому уже будет ему тяжеловато, но на глиф вывезет, конечно, это не 9,8. По расходу тоже мне все устроило, но это еще вкатка. Ну что, всем пока. Увидимся.